Пострадавший из-за взрыва газа дом в Таразе будут восстанавливать. В многоэтажке планируют провести капитальный ремонт. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил первый заместитель акима Жамбылской области Бекбулат Урунбеков. Все основные ремонтно-восстановительные работы после происшествия завершили. На месте работают специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры, следственно-оперативная группа и представители департамента ПЧС. По словам первого заместителя акима области, накануне на основании первого заключения специалистов в дом заселили жильцов 4 уцелевших подъездов. Им подключили все необходимые коммуникации, а 2 пострадавших от взрыва подъезда полностью ограждены. Открыт только аварийный вход. Казнеца отрабатывает вопрос, как мы будем восстанавливать 2 этих подъезда. Сейсмоусиление, вопрос металлоконструкции по поручению акима области, по поручению вице-премьера Женгс Махмуд Касымбека. По нашему решению, нашей комиссии, дом будет полностью проведен капремонт. Как мы говорим, начинали с подвальной разводки, подъезды, подвал, придомовая территория полностью будет отремонтирована кровля.